Вот, друзья мои, пришел я в баню в Кисловодске. Она закрыта. Единственная баня в городе была. Вот ее был режим работы. Суббота, воскресенье работы закрыта. А где ж купаться-то? Баня единственная в городе была. 120 тысяч населения. Сейчас хочу показать вам состояние этой бани. На улице Тюленева. В советское время она активно работала. Вот тут территория вот такая вот. Ну да, ее следовало закрыть на ремонт. Надо же было подготовить какую-то баню временную хотя бы. А куда людям идти купаться? Видите, какая страшная тут. Там раньше прачечная была. Не знаю, работает она или нет. Вот. Вот такое состояние. И никто... Закрыли баню. И никто... И не думает, ее ли ремонтировать, или что будет. Если, я понимаю, можно было потерпеть людям. Эту улицу тоже сносить давно пора уже. Ее еще 50 лет назад должны были сносить. Вот видите, баня. Но баня закрыта. Вот такое удручающее состояние было. Да, она, конечно, требовала ремонта. Ну так, взамен-то вы что-то откроете. Нормальная баня. Единственная в городе. Кисловодский, образцовый город. Как вам? Такая баня не работает. В городе Кисловодске бани нету. Тут улица такая старинная. Брат тут уже сносить уже. Там вот уже окна забиты. Наверное, к сносу готовят. Вот такая. Такое состояние вот. А вот тут двор у них. Конечно, тут уже все, наверное, загажено будет. Все заросшее, бурьяном. Это самый центр города. Самый центр от курортного бульвара. 2 минуты ходьбы. Тут, видите, уже мусор складирует. Все заросшее, бурьяном. Это двор городской бани. Вот такое состояние. Тут и тротуары уже разбиты. В общем, этот кусочек удручающий. Очень страшно, в общем. Дома еще дореволюционной постройки. Вот. Дальше ТЭЦ находится. Ну вот, вопрос задаем администрации города и краевым властям. А куда купаться-то надо людям ходить? У нас не у всех есть ванны и душевые. Крокодил Ставрополя ждет ответа.